растопим в гостинице хот-дога! Shut up! Нихуя! Для нашего Владивостоков нам понадобится! Два подхерника собачек, бычий хер, два яшачка и... Владивосток! Готов! Майонез! Оу, ес! Сэс! Да иди ты нахуй! Очищательный! Время делать в Владивостоке! Хот-догский в Владивостоке! Мне что, в раю? Ёбаный Владивосток, бля! Ноу! Привет, мальчики и девочки. Мы все любим вкусно посрать. Но сегодня я поделюсь с вами сетом, который снесет вам башню своей картотой и сложностью. Мы будем есть свое мясо. Это помское блюдо называется тар-тар-тар-тар-тар-тар. Заткни! По легенде, помские всасники клали фарш, шарш, бутс. Для приготовления на нельва нам понадобится шарш. Рыр, соевый соус. Яйца! Сасло и нуль! И глоток водки для стерилизации желудка тонально. Прелесть этого блюда в том, что его нужно готовить. Мы берем шарш и замешиваем его с яйцом и саслом до получения однородной какашки. Затем мы добавляем травы из Узбекистана, соевый соус и дерьмо. Так как мне страшно жрать эту хуйню просто так, я добавляю в основную рецептуру кусочек сыра. Рыра. После этого мы накладываем получившийся шарик на хлеб. С вами был Сентенер, специально для времени Фатвы. Пока! Я вспомнил! Привет, друзья! А я! Итак, ингредиенты у нас очень простые. Какашка, саки, немного молока, мягкий сыр. Что ж, приступим к чистке картошки. Теперь нужно посадить сыр. Итак, завершающий этап. Я вставлю шашку в микроволновку. Оставим 0-0-0-0-0-0. Протыкаем насквозь, чтобы узнать, насколько мягка какашка. Я вспомнил. Идеально. Как всегда. Пизда. Что ж, друзья, это был картофельный грар. Спасибо за внимание. Внимание. Пока.